п'ятеро, 20 чоловік. Як літом ми тут дежурили, не розрішали. Ми хотіли, щоб і мер приїхав, щоб і ви приїхали, щоб і Кримчак приїхав, всі приїхали. Ми там дежурили. Всього дві машини дежурило. 20 чоловік, наша 20 чоловік поліції, день у день дежурить. В округу заправка. Ви мені об'ясніть, будь ласка, так як ви начальник над ними. Чи вони не поліція? Вони тітушки перед діти поліції. Управління поліції, патрульна поліція, мені не подчиняється. Я ще раз вам об'ясню. Хорошо, тоді вопрос. А кому воно подчиняється? Значить, ви ніхто? Якщо ви ніхто, нам мер теж сказав, нам поліція не подчиняється. Значить, він ніхто. Він ніхто, я йому прямо в очі сказав. Да. Він ніхто, мер. Тому що він сказав, я до поліції не маю діла, я до заправки не маю діла. Значить, ти хто? Ніхто! Ти спортсмен! А ви в курсі, як рішення, а начало будівельних робіт, розрішення дає державна архітектурна будівельна інспекція. Хорошо. За гроші! За гроші! За гроші! За гроші! Подождите, подождите. Ви в курсі, як вот эту получили разрешение на строительство этой заправки. Вот у людей, подождите, секундочку, у людей ходили, спрашивали, вы за добробут в вашем районе? Люди, да, ставят подпись. И под вот этим соусом вот так вот и построили. Знаете, вот я вам скажу так, когда у меня ребята под Мариуполем, мои друзья, пошли, уже были, дошли до границы, говорят, привезите БК, то бишь боекомплект, и соляру, и мы перекроем хотя бы 50 километров границы. Сверху никакого БК, никакого топлива. И все. И подождите, так поймите, вот в том-то дело. Мне ребята там погибли. Ради того, чтобы вот люди, понимаете, могли выйти, погулять, но не дышать угарными газами. И чтобы был закон. Я вернулся, я смотрю, извините, но у меня дикое желание взять танк и вот так вот по всем райадминистрациям проехаться по хорошим автомобилям. Вместе заехать к МДА. То же самое говорят наши бабушки и дедушки. То же самое говорят наши бабушки и дедушки. По 90 лет приходят люди и говорят, что ж тут происходит. А как вы полгода это не знали, не видели? Вот это удивительно. Я же говорю, что это за мэр, если он не знает. Мы вас не видели. Я не выношу решение. Давайте, что сейчас происходит, давайте это все как-то закончим. Люди, надо Бога бояться трогать. Ну, это... Зло порождает зло. Абсолютно верно. Поймите. Ну, это что ж, бандит? Сегодня это напрочем. Мы не знаем. Мы не знаем. Давайте эту ситуацию... Как ситуацию? Давайте как-то заканчивать эту ситуацию. Скажите что-то людям. Я не знаю. Что мне? А что я людям скажу, что вы не нарушайте, не провоцируйте. Мы не нарушаете. Не строите. Ну, вот. Не строите незаконно заправку. А я? Там мне люди не дают разрешения. Не, вы закрывали. Не стройте. Я не закрываю. А что же вы не снуете? Если не строите, значит, крышуете. Значит, не обращайте внимания на то, что люди говорят. Зачем? Ну а что ж ты? Ты же никто, ты же не можешь. Не надо сказать. Зачем? Не надо. Я вас оскорбляю. Аккуратно. Конечно, оскорбляешь. Ты дозволяешь. Здесь команды наезжают по лицензии. Вот видели, и вот этот человек, который тут, вот он на камере, вот он стоит вот в этом ряду. Пусть он снимет одежду, пусть он снимет одежду, и мы с ним без одежды поговорим. Если он без формы, его можно бить, получается, он не сотрудник полиции. Пусть он снимет и бабушке в лицо скажет. Посмотрите, как он лупит их, ну, агазом в лицо. Это правомерное действие? Ну, посмотрите, вот он. Да. Посмотрите, как он бьет. Это надо тут оценку давать. После такого, ну, ему сразу надо лицо набить в части и выгнать. Посмотрите, как он лупит их. Это бабушки. Это бабушки. Смотрите, какая тут, вот, смотрите, что он делает. Здоровье громадян, так? Что тут оценивать, я не пойму. Что порядок охраняет? За наши рожи. Посмотрите, что тут оценивать? Да на Фейсбук зайдите, это все видно. Да видел же, миллионы просмотров набрали. Они взрослый человек, но адекватно рассуждайте в конце концов. Ну ты же на зарплате бандиты.
Вони ж тобі платять. Не надо. Дело в тому, що ми вам суші дають вказівки. Ну ви що це голосу? Ви маска не думаєте? Вони дуже не дають вказівки. Ми діємо. Ребята, нельзя проводить как последний день. Это не причём здесь? Только по закону. Каждый. Всё по закону. И ради чего? Иди здесь. У нас назначена экспертиза. Я вам всё объясню. Значит, мы дождались, мы дождаемся. Щойно ви чули, люди задавали питання, висловлювали свою думку стосовно цієї заправки і коментарі пана Чернишева. Спецпідрозділи поліції продовжує стояти. Також люди знаходяться тут. Як завжди з людьми знаходяться парамедики. Я дуже вдячний, що вони постійно з нами. От ви. Вони постійно з людьми допомагають людям, за що їм окремо дякую. Наразі людей дуже багато, не дивлячись на пізній час, люди все-таки продовжують стояти. Який розвиток подій буде далі, поки що невідомо. Ще раз вам показую, що спецпідрозділ поліції, так звана тактична група, знаходиться на території автозаправки ОКО. Серед них я бачу також працівників Дарницького райвідділку поліції, хоча вони спочатку говорили, що і пан Чернишев розказував людям, що їх тут не було, вони людей не били, що вони не приймали в цьому участі. Але все ж таки вони сьогодні тут і знаходяться на автозаправочній станції. Ви бачите, що забрали вогнегасники громадян, які тут були на заправці.